Темиртаусцы, не выезжая из города, смогли получить консультативно-диагностическую помощь от профильных специалистов областных медицинских организаций. Выезд узких специалистов в Темиртау организовало Управление здравоохранения Карагандинской области, чтобы повысить доступность оказания медицинской помощи населению региона. Так, например, в поликлинике номер 1 опытные врачи области принимали детей. Составлен график посещения специалистов областного уровня, областных специалистов различных профилей по нашим потребностям мы давали на весь декабрь месяц. Сегодня в нашу поликлинику приехали областной детский нефролог и областной детский эндокринолог. Это те специалисты, которых у нас в штате нет. Мы подготовили пациентов, они обязательно должны пройти необходимый объем предварительного обследования, чтобы, как я говорю, не было холостого выстрела, чтобы была консультация продуктивная. Подобные мероприятия будут продолжаться и в других поликлиниках. Врачи с области будут принимать как детей, так и взрослых. Данные выезды являются важными не только для населения, но и для молодых врачей Темиртау, которые будут получать организационно-методическую и наставническую помощь от опытных коллег. Стоит отметить, в поликлиниках города жители примут 50 областных специалистов, которых в Темиртау или нет в штате, или находятся в дефиците. Если подобная практика даст положительный эффект, специалисты будут выезжать в города региона чаще. Кристина Кириченко, Арман Аблахасымов, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.